1947 году Совет министров СССР издает постановление о переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР. Во время реализации депортации азербайджанцев со стороны Сталина в 1948-53 годах армяне опустошают стратегически важные объекты. В первую очередь выселяют азербайджанцев из населенных пунктов близ города Ереван. Затем происходит депортация населения районных центров, сел и поселков. Во время этого переселения погибли десятки тысяч азербайджанцев. Принцип «хороший мусульманин, мертвый мусульманин» продолжается с начала 1988 года. Армянские террористы и бандиты насильно изгоняют сотни тысяч этнических азербайджанцев, живущих в Армении. Во время этих событий сотни азербайджанцев были зверски убиты. Их топили в воде, вешали, умертвляли электрическим током, отрезали головы.